Ребята, всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Это игра Кэтс. Ну что, перешел я все-таки в Престиж 1. Мне подсказали в комментариях, что типа нужно просто нажать на этот значок Престиж 1. Ребят, представляете? Действительно, я нажал просто на этот значок и... Просто, ребят, у нас все обнулилось и начинаем мы теперь все заново уже... Уже с чем... Уже ни с чем, но, ребят, у нас что есть? У нас, короче, прокачка сохраняется, бонусы всякие сохраняются, да, в принципе, что и было написано. В условиях перехода на Престиж 1, ребят, теперь нам будет доступно... Требуется Престиж 2, теперь нам будет доступна зато прокачка. Я так понял. Престиж 1, это какие-то вот из этих... Прокачка теперь нам доступна, да? Ладно, это прикольно. Либо вот это у нас... Что это такое? Открывать еще одну быструю ставку. Серьезно? Еще одну быструю ставку? Ну, слушай, неплохой. В варианте у нас 5 этих жетончиков с кошачьей лапкой есть. Что же нам взять? Что же нам взять? Повышать здоровье всех комет. Реверс. Близнецы наносят больше урона на 10%. Слушайте, близнецы — это прикольная, конечно, пушка. Они в две стороны стреляют. Так, ребят, пирамида, колеса, импульс, что это такое? Это лазер, липучка. Урон всех пил. Ну, не знаю, что бы нам взять. Повышать урон у получаемых комплектов. Даже не знаю. Короче, давайте пока ничего мы с вами не будем делать. Дай денежный босс за успешную защиту в чемпионате. Пропуск соперников — это нам не надо. А я предлагаю нам ничего пока не прокачивать. Возможно, возьмем как Престиж 2. Сохранятся у нас баллы. И будем прокачивать уже золотые какие-то возможности. Золотые какие-то плюшки мы будем прокачивать. Так что, наверное, не стоит на эту ерунду пока деньги тратить. Не деньги, а очки. Очки опыта, так сказать. Так, это мы уже все. Ну что, чемпионат, ребят. Запускается все заново. Первый этап. Давайте посмотрим, что мы можем с вами настроить. Так. Проныра, 37 хп, 6 энергии. 28 и 55 хп. Серьезно? Вау, титанчик. Слушайте, а что есть у нас с бонусом на какой-нибудь корпус? Есть у нас бонус? Так, 13 урона, 6 энергии, 50 урона, пила, ребята. Но я предпочитаю все-таки дистанционные пушки всякие. Ну, пулеметик у меня, в принципе, прикольный, стоит на 25 урона. Дистанционный, наверное, мы его и оставим с вами. Так, Комета. Проныра. 6 энергии. У нас пулеметик. Кстати, одна энергия свободна у нас, да? Мы можем на комете собрать с вами. На комете можем с вами собрать. Давайте-ка так и сделаем. Все-таки комета. Так, у нас 45 хпшки. Титан 55 хпшки, кстати. 6 энергии, но на комете у нас 8 энергии, то есть дополнительную плюшку какую-нибудь, возможно, даже ракету еще можем с вами поставить. Хотя по энергии, наверное, мы с вами не влезем. Так, что там, пулемет сняли? У нас дополнительного слота нет. Так что пушка у нас будет одна. И, соответственно, сколько 3 энергии остается? Ну, наверное, так. Других вариантов нет. Это нам не надо, нитро. Импульс вообще бесполезен. Ради 13 хпшки нет смысла его ставить. Ребят, ну что, остается колеса нам нацепить. Смотрите, липучка есть, липкий шкив. Диск, 13 хпшки. Ну, ерунда. Давайте вот эти мелкие. Блин, ну они чисто нам дадут, знаете что? Нам чисто дадут... ХПшку.
А что если мы с вами... Ладно, давайте оставим тогда. Так, возможно, сейчас мы с вами просто перейдем в этап 2. Может, это самое начало, самое простяцкое начало, ребят. Давай, давай, давай. Слушайте, 103 хпшки у тебя, чувак. Ничего себе. Вот это да. Ай. Давай, давай, давай. Отлично. Пока что все нормально, ребята. Так, этого тоже должны завалить. Против нас чего? Всего лишь 3 боя. Самое начало на самое простяцкое, ребята. И нужно минимум боев провести, чтобы перейти на следующий этап. Так, ладно, сундучки какие-то получили. Сейчас какие-то детали тут нам выпадут. Так. Опять титанчик. Комплект здоровья, 12 хпшки. Видите, самое начало у нас прям детали настолько слабенькие по сравнению с последним этапом, ребят, да? Вообще-то, вообще сумасшедшие... сумасшедшие, не знаю, количество цифрок там было у нас по сравнению с первым уровнем. Так, улучшить липкий шлиф. Ага, понятно, спасибочки. Так, второй этап, ребят, ну что? Думаю, не стоит нам пока ничего менять. Так, что нужно? Что нужно? Сколько? Победить 9 соперников подряд. Вау. Второй этап у нас уже 9 соперников подряд нужно победить. Ничего себе. Слух, хотя он меня сейчас разбомбит. А, ничего себе. У него и ракетница, и пулеметик, ребят. Так, ну, первому, как бы, мы уже проиграли, и перейти в следующий этап уже не получится с такой конфигурацией. Нам нужно пулеметик, наверное, немножко прокачать. Урон не хватает. ХПшки, в принципе, 75 ХПшки, довольно-таки, вау. Вау-вау-вау, за один выстрел он нам унес. Ну, примерно 70 ХП точно унес. Ребят, ну, ковш нам очень-очень здоровски помогает, да? Чувака, 180 хп мы с вами просто уничтожили. Так, ладно. Восьмой бой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя. Не такой ты страшный. Ребят, последний бой. Побед 6. Эй! Явно нам урон не хватает, ребят. Придется сейчас нам заняться прокачкой урона, да? Так, этого победили. Эй! Ой, 11-й. Ничего себе. Бой 12, ребят, если его победим, мы с вами переходим в следующий этап. Серьезно? Серьезно? То есть 14 боев, если из них мы 9 побеждаем, то переходим в следующий этап. Понятно. Понятненько, спасибо. Так, чемпионат завершен, ребят, пока что на изи. Давайте продолжаем. Продолжаем без прокачки. Вау, вот это прикольно. Типа рок. Да, легендарный, что? Нитро, 100% для пила. Блин, ну дали бы лучше что-нибудь другое. Ну ладно. Слушайте, а вот здесь уже нам нужно, наверное, попробовать на титанчике с 3 пушками что-нибудь собрать. Ну-ка, давайте-ка сейчас мы туда заглянем с вами. Так, потому что третий этап должно быть посерьезнее. Посерьезнее, так. Ага, это вот это, да? 10 энергии всего лишь. Ну, блин, ну слабовато. 20% для шкив. У нас на этой штуке 8 энергии. Да. Пока пулеметик у нас 5 энергии потребляет, да? Ну, в принципе, если 2 пулеметика по 5 энергии поставить, это будет уже на домашнее у нас получается. Так, 13... Если на классика. Лазер. Лазер — прикольная тема, ребят. Дрель. Так. 6 энергии, 11 энергии. Вау. Мы можем поменять с вами за место
этой поставить хпшки у нее побольше, ребят, смотрите-ка. И 20% для шкива. Хпшки добавляется. Так, пулеметик обратно, допустим, поставим. Давайте-ка поставим. Так, вперед мы что поставим? Что у нас есть вообще? Для пилы 100%. Вау. Ну, ладно. Так, близнецы 15% для ракетницы, да? А близнецы у нас это вот это только на 7 урона. Ребят, больше нет. Нет, нам такой вариант не подходит. Так, вот. Так вот поставим, и все, в принципе, нам больше ничего нельзя поменять. Так, на что там бонус идет? Для шкив. Это скутер, это ролик, это диск, а у нас шкива нет, получается. Нет, липкий шкив у нас есть все-таки, да? Ну ладно, давайте поставим. 10 хпшки. Ага, ага, угу. Липкий шкив, а нам нужен просто шкив. Поэтому, ребятушки... 20% не сработало. Так, 13. Диск, диск, 13. Это 10. На этот раз у нас, кстати, тачка выше получается. Смотрите-ка. Реально выше. А что если мы с вами... Это 13, да? А что если мы с вами... Ой. Вот так вот сделаем. Вот так. Баланс. А? Как вы думаете, прокатит такой вариантик? Чё-то мне подсказывает, что нет. А давайте-ка тогда за место липкого шкива. Есть... Ой. Ой, блин. Ой, блин. Давайте вот так поставим. Ух ты. Я надеюсь, пулеметик у нас не заваливается никуда. Ну-ка. Не, ребят, у нас тачка становится неустойчивой. Это не есть хорошо. Это нам не подходит ради каких-то 6 хпшек дополнительно. Нам как бы этот терять устойчивость совсем ни к чему, да? Так что оставляем с вами. Подождите, вот этот липкий поставим. Так, и... И... У нас же другие тут еще есть. Так, вот это обязательно наклеечку обязательно вот так надо поставить. Иначе мы с вами просто не выиграем. Без этой наклейки мы с вами не победим. Да, я просто уверен в этом. 1200! Не-не-не-не-не, в нашем случае это очень дорого. Давайте-ка лучше. Значит, что сделаем? Классика. О, сейчас туда. О, 4 урончика добавляется. Вау, красота. Давайте-ка. Опять избавляемся от этого титанчика. Давайте вот так. Так, это тоже не подходит. Давайте баланс. Бурум-бурум-бурум-бурум. Это тоже слабоват. Хотя близнец, наверное, все-таки стоит оставить один. Да? 5 энергии. 5 энергии потребляет. Давайте. Так вот. Сейчас немножко с вами... Сколько? Сколько, сколько, сколько? 5 энергии, 9 урона. 6 энергии, 10 урона. Зато там доп бонус идет. Ладно, давайте сейчас вот так вот сделаем. Так, эта пила нам уже не подходит. Тоже она слабенькая, ребята. Вот так вот. Нет, импульс. Импульс давайте сюда вот так. Баданс. И все. Так, короче, 37 урона, 105 хпшки. Вот сейчас пойдем с вами кромсать. Просто кромсать всех. Так, третий этап. Если я не понимаю, почему у нас крюк так медленно работает, вы мне скажите. У нас ковш какой-то заторможенный. Ребят, у нас ковш реально какой-то заторможенный. Может, липкий диск вперед поставить? Ё-моё! А здесь, ребята, не так уж и... Не так-то уж и все просто. Ой. Ребята, здесь не так-то уж и все просто. Давайте все-таки липкий диск мы с вами вперед поставим, потому что видите, что происходит? Он дает зацеп в заднюю часть, и у нас... Ай, блин, машиночка просто начинает приподниматься. Не врага поднимает, а вот именно наша машиночка приподнимается. Это плохо.
А 4 победы всего лишь. А сколько надо врагов победить? Наверное, 10 врагов, чтобы перейти. А нет, 12, чтобы максимально мгновенно перейти. 12 врагов надо победить. Нет, еще одна битва. 5 побед пока всего лишь. Последняя битва. Да. Да, неудача. Так, да, все-таки липкий диск нам надо ставить вперед. Он нам ничего не дает, а то сзади он нам ничего не дает, ребят. Давайте сейчас посмотрим, что мы с вами можем собрать. Вот все-таки я хотел на этом титанчике что-нибудь собрать. Тогда придется нам пулемет отсюда снимать, ребят. Пулеметик снимаем, ладно, сейчас попробуем собрать. Пулеметик мы с вами ставим сюда. Что еще? Пилу можно нацепить, ребят, и 12 энергии. Ё-моё, нам не хватит. Короче, надо что-то на 5 энергии ставить. Ёшкин, да мы, конечно, нам нечего практически ставить тогда. Можем близнеца нацепить, либо вот эту ракетницу на 11 урона. Ну, вариантов нет. Вариантов, ребята, нет, и все. И колесики, соответственно, вот такие самые-самые маленькие, чтобы у нас наш транспорт не переворачивался. А нет у нас что-нибудь? Нету. Ребят, нет у нас что-нибудь. Это плохо. Так, ну что, поехали. Я надеюсь, она не будет заваливаться. Давай. Давай, пока ты доедешь до нас, мы тебя, надеюсь. Ой, не раскромсали, ребят. Ой. И у этого хпшки многовато, и урончик, кстати, у него соточка. А нам, чтобы урончик повысить, ой, блин, это, ребят, не знаю. У нас нет нормальных пушек, у нас нет нормальных пушек. Как мы с вами урон будем повышать? Смотрите, просто всем мы проигрываем. Было бы 100 урона, да? Было бы намного проще, мы бы просто шансов никому не дали бы. 100 урона у нас наносило за секунду. Но нет, ребят, нету. К сожалению, нету. О, одного. У одного медальку забрали все-таки. Давай. Ну, я думаю, мы в тот раз победили, а на этот раз мы проиграли. Слушайте, а мы не пробовали с вами с той конфигурации с передним липким диском, да? На той тачке. Так что сейчас опять попробуем с вами обратно поставить наш пулеметик туда и посмотрим, запустим опять бой, изменится у нас что или нет. Так, одну медальку вернули, но перебить ее не составит труда, так что скорее всего мы ее обратно потеряем. Смотрите, вот, ой, вот так, бэнс, где наша ракета? Какая ракета, это пулемет. Ну что, ребят, пробуем, либо еще что-нибудь прокачаем. Пирамидка. Давай-ка мы тебя сплавим на прокачку. Ракет предыдущий у нас, да? Давайте тоже сюда. Так, это непонятно, ерунда, сюда. Пронера 37 хпшки слабовато, так что давайте ее пустим. Ё-моё, ребят, у нас тут, в принципе, ничего и не осталось, так что оба смело можно сплавлять. Вот так вот сделаем. Колесики. Колесики нельзя продавать. Так, вот эту штуку можно, ребят, влить. А что если... Что если нам собрать две энергии и пилу? У нас же пила там мощная есть, ребят. А мы с вами... Блин, нет, пила не достанет на этой штуке. Так, ладно. Блин, но здесь нету слотов. Под этот, под нитро. Ребят, мы с вами, короче, продали вот эти проныры. Они бы сейчас нам, возможно, пригодились. Ну ладно. А то бы сейчас нацепили пилу на 50 и нацепили бы еще и нитро. То есть у нас был бы урон 100. Ребят, свободно было бы 100, да? Вот с этой баклажкой нитро у нас был бы урон 100. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Слухайте. Не ладно, подождите, за три кристаллика давайте откроем вот этот гарпун.
Дайте нам корпус какой-нибудь. Дайте, пожалуйста, корпус. Блин, ну не совсем то, ребят. Комета не то совсем. Эх. А, да. Где-то что у нас? Ну, за кристаллы я не думаю, что есть смысл открывать. Ладно, ребят, не будем тогда суетиться. Поехали. Пока что вот передний, спереди липкий диск поставили. Липкий шкив, точнее. Я попробуем с вами... в такой конфигурации. Ну, почему у нас ковш так тормозит, вы мне скажите? Смотрите, не поднимает, не может поднять их. Тормозит. Бесполезен у нас ковш, просто бесполезен. Есть. Еще одну медальку возвращаем, ребят. Ой, блин, пока ты ковшик будешь думать, нас уже кромсает просто по полной. Ой-о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 й. 90 урона. Давай, малыш. Ну, я думаю, мы побеждали уже. Давай, малыш. Мы этого тоже побеждали. Так, 3 победы. Этот просто так нацепил ее. Просто выкинул кузов на бой и все. Эй, ты серьезно? Эймдал. 121. А, слушайте, это такие вот... Это престиж? Уровень престижа показывает? Это, если у чувака там был 21 уровень престижа. Так, у нас по единичке. Смотрите, у меня уровень первый престижа. Такой круглый серебряный значок, да, цифра 1. Это престиж, я так понял, знак, уровень престижа. Победить 12 соперников подряд. Слушайте, третья позиция пока. Этап заканчивается у нас через 6 часов. Ну, 7 часов, через 7 часов. Смотрите, это все-таки уровень престижа. Да, 27 уровень. Вот это там задрот сидит. Вот это задрот. А как можно общий рейтинг посмотреть? Так, вступить в лигу. Лучшие игроки заканчиваются через 17 дней. Лучшие банды. Ага, рыцарь смерти. Хьюго. Уровень 60 престижа. Второе место тоже 60 уровень престижа. Я так понял, это максимальный уровень престижа, да, ребят? Я прав? Тут всего лишь 2 игрока. Уровень престижа 60. Сколько... 70 981 800 баллов. Ну вы, блин, даете. Ну вы, блин, даете. Ребят, ну что, ладно тогда. Хорош, пока на этом перешли мы с вами. До третьего этапа, короче, дошли. Такой был выпуск. Если вам понравилось и ждете новых, как бы, выпусков, да, по этой игре, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока, ребята.